Всем здравствуйте! Есть у меня вот такая вот черешня, двухлетний саженец, и она страдает от ли. Я на ней, правда, испытываю одно средство, об этом будет другое видео, чуть-чуть позже. Но пока что оно не очень дает очень хорошие результаты. Одним словом, одна черешенка. Вот еще одно деревце, тоже черешня, и тоже большие проблемы с тлей. Я принципиально никакой химии ничего не обрабатываю, но дерево от насекомых этих очень страдает. Смотрите, какое оно ужасно имеет состояние, ужасное, ужас просто. Так, листья нормальные, в принципе, а вот здесь, конечно, ужасно все. А теперь хочу показать вам другую ситуацию. Полоска земли, которая выглядит совершенно неухоженной, на самом деле так это и есть, потому что вот это огород, а вот здесь у меня растет два куста жимолости, и там растет ежевика. И у меня просто не дошли руки из-за занятости и дождей, у нас практически каждый день шли дожди. Я как-то это все запустил, и здесь появилось много сорняков. Несмотря на это, в сорняках прекрасно себя чувствует та же самая жимолость, вот какие побеги. Кстати, даже смотрю, есть уже, о, есть даже ягодка, первый урожай. Это ежевика, уже цветет, это двухлетний куст. Это все сорняки, вот это щавель, это что-то такое непонятное. И здесь у меня растут тоже черешни. Вот одна черешня, привитая. Вот место прививки. Вот место прививки. Вот вторая черешня. Тоже место прививки. Вот здесь. Вот место прививки. Ну вы посмотрите, какие черешни. Здесь нет ни одной тли. Абсолютно чистые листы, абсолютно все супер. Есть у меня еще одно место, где много сорняков, и среди этих сорняков растет черная смородина. Смородина очень боится тли, но несмотря на это, она вымахала, я ее посадил только этой весной. Смотрите, какие побеги шикарные, сантиметров уже 50, на них нету тли вообще. Чистые листы. Отлично все. Тоже в сорняках. Знаете, на сложившуюся ситуацию у меня нет какого-то четкого и понятного мне ответа, в котором я был бы уверен на все 100%. Есть определенные версии, поэтому я хочу обратиться к вам за помощью. Почему все-таки на тех местах, где выкошены все сорняки, растение поражается тлей, а на тех местах, где много сорняков, тлей не поражается. Есть у меня одна версия, ну, по крайней мере, она для меня наиболее логическая, это в том, что когда выкашивается вся трава, все растения, у тли нету просто пищи, поэтому все они сосредотачиваются на культурных растениях. Но, возможно, я ошибаюсь, поэтому кто знает ответ, кто может дать разумительное объяснение такой ситуации, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно будет почитать. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.